6 сентября Казанский федеральный принял в своих стенах делегацию компании «Газпромнефть НТЦ». Внимание гостей покорили лаборатории Института химии и Института геологии и нефтегазовых технологий. А после делегация не упустила уникального шанса познакомиться с возможностями 3D-геоцентра и посетить центр дополнительного образования. С вашим университетом мы начали работать, наверное, года 2-3 назад активно в рамках договоров с компанией «Газпромнефть». И то, что вот я сегодня увидел, наверное, в сравнении с тем, что было 2-3 года назад, я могу точно сказать, что университет активно развивается. Та лабораторная база, которая сегодня создана за последние 2 года, она достаточно мощная и способна там решать самые сложные задачи нефтегазовой отрасли. Гости вуза отметили, что КФУ не перестает удивлять. И, конечно же, не стоит останавливаться на достигнутом. Начальник департамента геологии и разработки «Газпромнефть НТЦ» поделился собственным видением дальнейшего развития Казанского университета. Вуз может занять достойное место в нашем инновационном окружении. Это первое. Ну и важное самое для федеральных вузов, чтобы их идеи, они получали путь для коммерциализации. А для этого надо, конечно, более тесно налаживать контакты с нефтяными компаниями, сервисными компаниями. Представители компании «Газпромнефть НТЦ» посетили КФУ впервые и не скрывают, что все увиденное не только восхищает, но и притягивает вернуться в Казанский федеральный за новыми открытиями. Аделя Мухаммедшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.